Меня зовут Анна, мне 26 лет. Я веду занятия по развитию речи для детишек и параллельно занимаюсь детским массажем. Образование у меня высшее. Участвовать в конкурсе решила из интереса. Любая девушка мечтает стать мисс. Вот. И мисс Глянец, конечно, это тоже очень достойная премия, поэтому хотела бы участвовать. Ну и, конечно, поездка в Париж тоже это как бонус, очень прекрасно. Ну, вообще, я бы хотела заниматься своим любимым делом и в будущем перейти вообще в частную деятельность. То есть открыть свое дело. Ну, вообще, я люблю заниматься спортом, мне нравится танцевать, с недавних пор, буквально пару месяцев занимаюсь восточными танцами. Чтобы ножки выглядели красивее. Черным, потому что она темная.